Итак, всем привет, с вами Сталс. Сегодня мы продолжаем проходить Resident Evil 4 2005 года. Эшли у нас забрали, кто помнит. Вот не надо как-то с этим что-то делать. Первый есть. Ну, начало уже положено, смотрите, он. Крит. Нет. И через один выстрел крит. Сейчас. И вот сейчас должен быть крит. Сейчас я должен попасть. Да. Все уже просчитано. От трава. Все просчитано, ну вы понимаете, да? Уже все. Я уже прошарил. Конечно, насчет того первого выстрела я не особо. Я, если честно, немножко удивился. Но все остальное пошло по плану. Товарищи. Первый есть. Второй есть. Третий должен заваливаться сюда. Нет, еще не заваливается. Где он? Да откуда? Сколько у тебя топоров? Скажи мне, пожалуйста. Подожди. Сейчас нагреем на голове что-нибудь. Но не у них. Из него выпала граната, или мне сейчас кажется? Next. Я жду вас. Товарищи. Один. А где кто? Ну вот. Один такой. Я вот не знаю, когда работают криты, когда я долго держу у них на голове прицел. Удобно. Надо. А ты вообще сгори в своем огне. Так, а ты не подходи просто. Благодарю. Если сейчас я начал немножко молчать, то вы уж не серчайте. Потому что нужно немножечко понять, что нужно делать. Осознать, понять, что как бы я могу еще жить. Понять, что происходит вообще вокруг. Здесь может быть... Потому что иногда здесь может происходить всякая дребединюшка. А дребединюшки... Ой! Так, там еще сверху один должен быть. Не надо. Давай. Я пытаюсь нормально прицелиться, но... В голове больно. Так, сейчас нет. Я... Вот какова вероятность... Привет. О, да! Друг! Он сам себя взорвал. Так приятно. Спасибо. Спасибо, что не сделал мне много работы. Сейчас просто так повезло, если честно. Так. Что же мы сейчас здесь будем предпринимать? Какие правильные действия? Мне, во-первых, нужно как-то уничтожить нашего большого друга с бензопилой. Либо Бобу... Стоп. Либо его можно назвать Боба из ДБД. Так, хорошо, я это сразу пропущу. Уже это, вы же понимаете, что это сейчас пока нам не нужно. А вот дробовичок я не хочу на него тратить. Но мне кажется, что придется. Не надо. Повезло. Хотя... Я рассчитывал попасть, но это было немножко быстрее, чем рассчитывал. Хорошо, погнали. Дробовик — это пушка хорошая. Я миллиард тысяч патронов потратил лишь на тех двух дам, которые не в тот раз меня в ловушку поймали. Я на них потратил слишком миллион патронов. Сейчас здесь урон 7.
Так, там еще сверху сейчас должен быть. Дружище, подожди. Я вот думаю. Ладно. Не надо. Тут. Не надо. Ау. Так. Все? Ну ладно. Стоп. Тут нужен другое. Нужно другое. Живем. Хилимся, живем. Поворачиваемся. Беги, прошу тебя, я нажимал на Е. По случайности. Повернись. Не надо. Повезло. Не надо. Вот так надо. Хорошо. Сейчас было немножко лучше, чем в прошлый раз. Так, сколько? 6 минут пришлось на это потратить. И такое, да, случилось. Что-то я хочу, что-то подожди. Ага. Образцы Лас-Плагас? А, на этих скалах окаменели. Интересно, сколько им лет? Интересный факт, который я бы мог пропустить, пройдя немножко дальше. Так, патроны я перезарядил. Нет, стоп, здесь больше патронов вмещается. Секундочку. Еще два патрона влезло. Снайперка у меня 40. 50 патронов на снайперке. Это просто живая масса. Ну ладно. Будем верить, что он не стоит. Так, а куда же сейчас поедет эта вагонетка? Если она вообще хоть куда-то поедет. Вот с ними я хочу разобраться уже сразу. Ну, мне кажется, нет, я уверен даже в том, то, что они могут очень большую опасность представлять в будущем. Там еще один был. Я же как-то все равно туда, на ту сторону попаду. Кепка слетела, да, с его головы? Так. Была бы, кстати, здесь вероятность крита. Как хочешь, кому, да? Была бы здесь вероятность крита, я бы с радостью воспользовался этой вероятностью. Я бы просто купил оружие с большей вероятностью. Динамит в вашем дипломате. С радостью воспользовался бы, как его, возможностями этими, всеми, буквально всеми возможностями я бы воспользовался. Максимальный крит, просто его качал бы, потому что крит, если он хотя бы 50%, каждая вторая пуля должна убивать врага с одной тычки в голову. А если одна пуля убивает с одной тычки в голову одного врага, то есть мы сокращаем большое количество врагов. А чем меньше врагов, тем что? Тем проще пройти. Правильно. Мама мия. Хорошо. Надеюсь, он не очнется, потому что он просто лежит. Бензопильщик лежит, и мне это не нравится. Почему он не исчезает, как все остальные? Так, это что такое? Можно закрыть, пожалуйста? Я не хочу туда прыгать. Я подумал, он сейчас туда наступит. По крайней мере, он так сильно. Товарищи добрые, прошу, отстаньте.
Товарищи добрые, мне как-то надо закрыть это. Я же смогу закрыть? Минус один. А вот второй, это уже проблема. Он искупался, все? Я помню, как надо действовать. И так со всеми? Серьезно? Погнали. Действие заблокировано, я не смогу использовать это снова. Других рычагов нету, да? Так, подожди. То есть я должен был их разом туда загнать? Так, я не смогу это снова сделать. А что же тогда я смогу сделать? Войти? Тоже закрыто, придется убить этих. Я вот думаю. Нет. То есть мы сейчас его просто обстреливаем? Грустно, если честно. Потому что если я его подпущу хоть на один близко к себе, мне будет больно. Вот, например, вот сейчас. Не надо. Вот, например, вот так вот и произойдет. И что же мне делать, если я буду задействовать ноги? Надо подумать. Так, если мне дали... Мне же дали, да? Больно, конечно. Вдвойне больно. Куда? Бежи. Что стоит еще делать? Снимка? Ой. А я не могу, да, пробежать между ног. Так. Тут прям нужно как-то что-то придумать. У меня просто больше зажигателей нет. Могу это сломать? Если бы я как-то мог с этим взаимодействовать. Поднимись, пожалуйста. Теперь у нас идет вот дело винтовочка. Бежим. Придется работать так же, как и с этим. Хорошо. Как и с тем гигантом можно будет работать.
ладно. Ему вообще насрать. Можешь не подходить? Спасибо. Требую перезаряд. Привет, Оль. Спасибо, что подождешь. Спасибо, спасибо огромное. Так. Патроны все. Эти патроны тратить не стоит. Теперь нужно придумать что-то. Только вот что. Придется немножечко потратить патроны. Потратить 1 000 000 000 патронов, тогда сделаем вот так вот. Побежали, побежали, побежали. Побежали. Так. Ну зачем ты это делаешь? Я же что-то такое делаю. Ну вообще надо. Хорошо. А, по ней хорошо, подожди. Патронов-то у меня больше нигде нету, кроме дробовика сейчас. Бежим. Ну хоть он подождет, мне нравится. Перезаряд. Безопасная, небольшая безопасная зона это вот здесь. Но разброс у этого, его дробовика еще толку, скажу честно. Ладно, пистолетные патроны я еще найду, так что их можно спокойно тратить. Пистолетные найду. Для пулемета они попадаться начали очень редко, так что, пожалуй, я выдержусь. А что это ты так близко? Так что я сейчас, пожалуй, воздержусь от использования этих патронов. Дружище, это как-то слишком уверенно. Да не кажется? Воу! Это было неприятно, скажем так. Понял? Почему? О, могу! Так, давай. Самая лучшая пушка это что? Скажи, пожалуйста. Это пистолет-пулемет. Ну... Так. Сколько тебе усаживать-то надо, а? Друг. Ой-ой. Так, наверное, сейчас хильнуться хоть немножко нужно. Фу, хотя бы не схватил. Так. Дай додумаю. Ладно, придется немножечко потратить опять. Так не хотелось. Чё ты? Я, честно, я не хотел спрыгивать, я хотел соскользнуть. Я, кажется, немножко не добил. Хорошо. Как раз не все патроны израсходовал. Он хотел меня в объятия свои взять. Нет, спасибо, я воздержусь от такого количества объятий. Всего лишь 15 тысяч за одного. 15 тысяч и 300 тысяч миллионов патронов, которые я просрал. Ну, ладно, я потратил их с умом почти. Почти что ключевое слово. Так, у меня осталось всего 1, 2, 3, 32 патрона на винтовке. Ну, в принципе, жить можно, но только осторожно.
Патроны для дробовика как-то странно себя ведут, если честно. Именно вот этот дробовик ведет себя настолько странно, насколько это возможно. Стреляет он почти точно так же, как и другой дробовик, так что... Тут уже надо задаться вопросом, нахуя я его... Точнее, для чего. Потому что по всему остальному он точно такой же, как и прошлый. Ой-ой-ой-ой. Букашки можете? Я, пожалуй, потихонечку. Два луча осветят новый путь. Вот они хотя бы есть лучи. Сейчас я посмотрю, лучи есть. Лучей не вижу. Зато много врагов вижу. Это точнее 4 штуки, как видим. Может они меня не заметят, если я буду медленно идти? А, конечно. Вот уже летят ко мне по объятиями. Уйди. Ой. Серьезно? Ладно. Выгода есть. Двойная выгода. Давай, спускайся сюда тоже. Кстати, я только сейчас задумался, они же могут меня просто взять и спихнуть вниз. Спокойно. Спокойнее, дружище, спокойно. О! О! Уже приятно. Уже приятно с ними разговаривать. Ну, согласитесь. Два гиганта такой. Тише! Я увернулся, не надо, миллион тысяч раз нажал. Отстань. Отстань. То есть, если они умирают с одной тычки, значит, из них что-то обязательно выпадет. Если да, то хорошо. Так, а здесь есть сохраняшка поблизости? Ага, вот оно. Мне нужно пройти дальше, чтобы... Что это? Какой-то выключатель нажать? Конечно же. Так, первый луч я понял. Хорошо. У него сейчас сбегутся все просто. Спокойно. Спокойно. Ау. Неприятно. Спокойно, спокойно. Спокойно. Воу. То есть ему нужно настолько в упор подойти, чтобы я его убил полностью. Хорошо. Я запомню. Патроны для пистолета просто, как я понял, дают по КД лишь для того, чтобы можно было ими пользоваться. Так, еще два. Откуда они спавнятся, в душе не чаю. Нужно еще один активировать. Где это делать, я в душе не чаю. Так, дверь пока закрыта из-за отсутствия всего на свете. Так, соединяем сразу. А что у меня так зеленой травы-то много? ХП у меня, кстати, почти прям миллиард тысяч. Но не хватать будет не всегда. Блин, как мухи на говно слетели? Серьезно, не да? Серьезно, мухи на говно слетели? Серьезно, ну как? А как это еще объяснить? Что такое? Это халявная локация или как? Прям просто меня насыпают, дают мне столько дропа, что я не могу представить для чего и почему. Почему особенно, я не понимаю. Даете, спасибо, но что? Почему так много и так?
часто. Так, ну все, второе выключатель я сделал, значит, они вот два путя, ой, два этих, и отразится, ну, знаете, куда? Правильно, в дверь. Я думаю, что нужно выключить эти, выключить их. Откуда они летят, отсюда? Ага, вот с ними... Спокойно. Вот, ну нет, здесь сейчас уже нужно только вот так. Спокойно. 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 Отбиваемся. Зажат, но не растерян. Не надо. Отстань. Умри. Не вставай. Хорошо. Какая высота для них нужна, чтобы они сдохли? Меня прям насыпает даже винтовочными патронами. Это прям жесть. Так. И вот по одному будет очень трудно. Подожди. Дружище, ты должен как-то погибнуть. Хорошо. И дать мне бесплатные деньги, по идее. Халявные деньги. Хотя я постарался для того, чтобы тебя хотя бы попасть. Я понял. Я немножко прокекал. Ну, погнали. Выключать? Конечно же. Как ты пройдешь дальше, если... не знаю зачем, но я хочу это сделать. Отлично. Подняться. Пробежать. Спуститься. Пробежать. Это было очень близко. Что такое? Что происходит? Да я понял, что их два. Хорошо. Ну ладно. Я же не усложнил себе задачу, да? Наверное. А то вдруг он с опозданием там работает. Большая локация для... специальная для сводки с боссом. Давайте. Есть ключ, да? Королевский символ в вашем департаменте. Проверьте. Мне кажется, я что-то потерял. Ну ладно. Ну хорошо, сохранится, конечно же. И можно на этом, в принципе, заканчивать. Мы прошли достаточно много, увидели достаточно дофигища. И пока не нашли то, что нужно. А именно что? Правильно, сейва. Печатные машиночки мы здесь не нашли. А, нет, вот она. Welcome. Так, там была записка, сейчас прочитаем. Got some rare things on sale. What are you buying? Так, что у тебя по страйкер? Угу. Семь. Но мне нужен картель. Где вот он? Да. 1,7 метров. Можно еще дяди очеря. Это радость, конечно, но бабочка мне тоже нужна. Следующий урон будет бабочкой. И сокращение перезарядки нам не слишком. Что там за записка-то? Письмо от Ады. Когда из яйца ласпагос появляется паразит, его почти невозможно удалить из тела.
Но до того его можно нейтрализовать с помощью лекарств. Если же паразит вылупится, его можно излечить с помощью операции до этого, как он станет взрослым. Но это нелегко. Операция по его извлечению смертельно опасна для жизни носителя. Насколько я знаю, девушки сделали инъекцию раньше, чем тебе. У нее не так много времени. Ты должен приготовиться к худшему. Это становится очень опасно. Это становится очень интересно. Потому что с каждым разом... Я сохранился? Мне снова интересно. Нет, я не сохранился, конец головы. Хорошо. То есть вот так, да? То есть мы сейчас должны как-то очень быстро спасти Эшли для того, чтобы дать ей хотя бы вот эти таблетки, которые у нас есть. Они нейтрализуют немножко его, да? Ладно, я запомнил. Тогда нужно что-то придумать с этим. Ну ладненько, на этом мы пока что закончим. Мы до сих пор в замке, хотя мы вроде за пределами уже. То есть так подумать, мы за пределами. Ну вот здесь прям локация специальная для босса. Хотя тут сейвов слишком много для того, чтобы здесь был босс. Хотя вот тут посередине, скорее всего, босс. А вот тут души ничего. Не, без понятия. Ладненько. Итак, всем пока, с вами был Стал. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. До следующей серии и всем пока.